Первое впечатление какое? Очень светлый дом, как бы маленький. Сразу пространство, да? Обычно мы когда заходим в Дьерхорт, он такой узкий, такой вот проход, да, все это такое какое-то небольшое. Самая приватная часть дома находится все равно наверху. Это должно быть так. Вот она, моя комната. Боже мой, посмотри. Вот это и есть мастер-бедрум. Обожаю, когда вот ванна и окно. Это прям... Здравствуйте, друзья! Мы приехали в новый нейборхуд, который строят для нас Дир Хортон. Он находится в городе Вудруф, поблизости к Данкану, соответственно, поблизости к 85-й Интерстейт. И сегодня мы будем смотреть на дом, площадь которого 3200 с небольшим скверфит, его стоимость 456 тысяч долларов, приблизительно, это модельный дом. Он имеет 4 спальни, 3 санузла, и есть некоторые определенные апгрейды, которые уже в этом доме включены, можно там кое-что поменять. Стоит ли этот дом этих денег? Насколько он удачно спланирован? Насколько этот дом уютен, приятен и интересен будет для вас и нас? Сегодня мы с вами и узнаем, поэтому пройдемте за мной. Welcome в новый дом для просмотров. Запаситесь чаем или кофе, всякими вкусняшками, потому что дом большой, соответственно, и просмотр дома будет тоже долгим и интересным. Пойдем, Карина. Здесь расположится гараж на две машины. Там уже вход в дом. Так, вот она дверь. Видишь, акцентная черная дверь, все такое светло-серое. Заходим. Как тебе? Это сразу dining area. Мне кажется, интересное решение планировки. Зашли, и сразу вот, пожалуйста, приглашаем гостей. Не нужно водить по комнатам. Можно здесь офис вообще поставить. Некоторые здесь ставят стол и вот создают условия для бизнеса. Здесь будет дверь в гараж. Карин, сними, пожалуйста. Какой гараж? Так вот. Первое впечатление какое? Очень светлый дом, как бы. Сразу пространство, да? Обычно мы когда заходим в Дьерхорт, он такой узкий, такой вот проход, да, все это такое какое-то небольшое. Вот, а здесь сразу заходишь, сразу есть пространство, сразу видишь окна и на фронтальную часть дома, поэтому вот так, вот так. Я люблю, чтобы когда заходишь, было сразу был шкафчик для одежды. Что они по шкафчикам? Угу. Спустилась по ступенечкам и взяла себе курточку. Ну, ты знаешь, нет. Вот это вот мне не нравится. Я бы, конечно, больше хотела бы здесь видеть. Я бы здесь больше хотела бы видеть такие гардеробную. Такую вот первую, да? Окей, видели уже что-то? Угу, второй. Смотри. Лестница с ковролином. Вот непрактично. Я бы все-таки выбрала без ковролина, чтобы все было легко помыть, почистить, чтобы все-таки так как лестница пачкается, не пачкается ничего в доме вот в отношении ковролина. Но посмотри на пол. Как тебе? Деревянный пол, да. Это хардвуд? Да. Здорово. Смотри. Кстати, я узнаю, что это за пол. Не могу тебе точно сказать. Сейчас узнаем, скажу, что за пол. Так, потому что вижу, что качество такое хорошее пола. Он не будет такой марки, не будет видно там, если волосинка какая-то твоя или моя упадет, да, Карин? Не знаю, наша штука, мне кажется, вполне может быть заметна. Для нас это актуально, да? Заходим сюда, вот, вот сразу кухня. Кухня. Как же ж тебе, ну что ж тебе сказать по поводу кухни? Ну, кухня приятная. Зона, да, вот видишь, мне как-то вот непривычно. Мы предыдущие дома смотрели, там по-другому зонирование было устроено. В целом, неплохо, да? Если бы я была хозяйкой этого дома, да, и принимала бы гостей или там со своей семьей проводила время, я бы вот готовила здесь. Ой, посмотри, раковина мне нравится, посмотри, какая большая раковина. Смотри, она белая, вот хорошая, качественная, удобная, удобно все помыть, да? А пока ты готовишь, вот, пожалуйста, твои друзья. Вот ты бы сидела сейчас со мной за столом, и мы бы с тобой болтали, да? Прекрасная, мне нравится эта раковина. Мне нравится вот это зонирование.
В принципе, неплохо. Видишь, есть возможность принимать гостей и в том дайнинг-рум, и здесь, видишь, сделал дизайнер вот так вот, что вот здесь вот можно стол поставить, и еще там. Или там сделали, видишь, кабинет. А, они сделали санрум. Ну, мы к нему попозже подойдем. Окей. Вот, вот такая вот кухня. Из кухни, посмотри, как они приинтересно сделали. Вход в dining area, который мы засняли самый первый, вот отсюда, через кухню. То есть, соответственно, если вы предпочитаете принимать гостей, не пропуская слишком там глубоко и далеко в дом, да, то есть, скажем так, в какой-то степени обособленно, да, проводить время с ними, это очень к вам подойдет. Вам не нужно звать гостей на кухню, то есть они могут провести время вот в dining area, или, возможно, у вас такой бизнес, да, где вы можете своих гостей или партнеров угостить, да, но не пускать там далеко в дом, там в спальне и так далее. В принципе, это неплохо, да? Окей, смотри. Пентри, ох, смотри, какая классная пентри. Для таких вот запасливых хозяюшек, смотри. Это такая одна из самых больших пентри, что мы видели, да? Я думаю, да. Учитывая, что ее покрасили в бежевый цвет, соответственно, бежевый немножечко больше скрадывает пространство. Так, это что? Это у нас, наверное, что, как бар, да? Здесь предлагают бар. То есть пришли в гости, если хочешь, сразу же пришли, где-то там пришли, ушли. Туалет, правда, нет, рядом сразу. Сейчас мы посмотрим дальше, да? Здесь также можно было кофемашину Бар. Можно было кофемашину, но кто больше что предпочитает? Это мы с тобой такие кофейные. Мы с алкоголем мы не дружим, да? А вот... Да, мы алкоголь не пьем, но кофе вообще обожаем. Без кофе жить не можем. Так, окей, хорошо. Здесь у нас... Так, здесь у нас вот такой вот островочек. И здесь вот кофемашину поставил, да? Дизайнер. Но у нас бы стояла кофемашина там. Окей, хорошо. Значит, вот такие вот шкафчики у нас. Смотрим, что за шкафчики. Как у нас... Ну, я думаю, что с доводчиками. Ну, конечно, с доводчиками. Ну что, дом не дешевый, еще раз напоминаю, он стоит 456 тысяч долларов. Так. Вот такие вот беленькие, с черненьким, с акцентом таким вот, farmhouse style, да? Окей. И что? А ну, пожалуйста, сними вот островочек с моей стороны, Карина. Тоже видишь? С доводчиками наверняка, да? Все для мусора. Так, ну вот. Дишвошер, посудомойка. Так, что у нас? У нас газ, да? Да, видишь, газ есть. Ну, нет у нас вытяжки, да? Вытяжки нет. Есть газовая плита, микроволновка. Смотри, сколько всевозможных шкафчиков. Так, а здесь что? А здесь сверху вот нет обманка, видишь? Почему-то не стали, да? Ну, или может быть это для конструкции необходимо. Самой газовой печки. Видишь, газовая печка. Все, плита. Ага. Вот, видишь, двухкамерная духовочка, да? Вот она. Двухкамерная духовочка. Так, теперь вот это вот наша dining area. Вернее, dining area и здесь, и здесь. Но, скорее всего, это living area больше, да? Вот такое большое пространство. Довольно-таки большое для дома Dear Horton, да? Такая вот много окон. И дополнительным апгрейдом к этому дому была санрум. Посмотри, Карин. По-моему, прекрасно. Вот если... Я бы тоже здесь чай пила. Мне очень нравится эта санрум. Я думаю, она стоит тех денег, которые дополнительно застройщик берет здесь. Прекрасно, да? Мне очень нравится. Много света, все такое вот. Классно. Классно, мне нравится. Единственное, что видишь, здесь очень близко находятся соседи, поэтому санрум кому-то актуально, кому-то не актуально. Меня люди, например, не раздражают. Я с удовольствием смотрю, как они ездят и там на работу. Мне нравится. Но кто-то, может, любит, чтобы если санрум, то только где-нибудь там в лес или на озеро. Вот. Здесь все уютно, хорошо. Единственное, видишь, здесь нету пока у входа туалета. Так. Давай посмотрим, что там дальше. Соответственно, гости, которые придут и будут там много пить кофе или алкоголя, они будут вынуждены приходить вот сюда, да? Вот в этот санузел, который... Ага, это даже не санузел. Интересно. Окей, значит, соответственно, гости приходят сюда и пользуются вот этим вот санузлом. Вот он полный. Полный санузел. Смотри-ка. А это что? Это вот как бы... Гардеробная.
Ну, это не гардеробная, это вот обычно располагается на входе в дом, да? Ну, какой-то такой спорный момент. То есть ты в обуви, получается, отсюда проходишь вот этот весь маршрут через весь дом, через living area? Ну, или, может быть, там люди хранят какие-то свои другие вещи, там, видишь, может, какие-то сумки. Может, для сумок. Так, это комната. Я думаю, что это бонус-комната, которая там, я не знаю, для гостей или для там пожилых родителей, или для няни, или вот как люди вообще распорядятся. Это не бонус-комната, это спальня, да, на первом этаже. Вот она, видишь? Есть у нее вот такой вот шкафчик, да? Цвета, видишь, такие вот бежевые покрашены. Нравится тебе бежевый цвет? Ну, я не имею ничего. Мне не нравится. Я бы лучше белым оставила. Вот у них стандарт это белый, вот бежевый мне не нравится, это персиковый. Я не думаю, что апгрейд, но мы узнаем. Сейчас мы все узнаем. Я думаю, проблем никакой не будет, если вы хотите вместо бежевого белый. Вот если вместо белого бежевого, то сейчас мы можем спросить. Так, вот все, первый этаж такой у нас. Да? Такой у нас первый этаж. Один санузел и одна комната, и она не мастер-бедрум. Да? Соответственно, в принципе, смотри, если это не хозяйская спальня, и большинство, скажем так, дом делает большой упор на гостей. Соответственно, вот комната, где вы принимаете гостей, выпиваете или пьете с ними кофе. И комната здесь, скажем так, тоже гостевая на первом этаже. То есть самая приватная часть дома находится все равно наверху. Mm-hmm. Наверху вот по тепленькому ковролинчику. Мы сейчас поднимемся сюда и посмотрим, что скрывается на нашем втором этаже. Mm-hmm. Так, вот Dear Horton делает вот такие вот лестницы с железными прутьями. Мне нравится. Скажу честно, мне нравится, а еще мне очень нравится эта картина, Карин. У меня есть одна клиентка, она картины такие делает сама, представляешь? Сама? Да, она говорит, что она, да, вот она покупает в Hobby Lobby вот эту вот всю, все вот эти вот рамки, отдельно краску, и для того, чтобы точно попасть в цвет, она вот покупает вот такого цвета, допустим, как какой-то акцентный мебель, еще что-то, и гармонизирует это все в доме. Я восхищаюсь такими женщинами, которые могут настолько много именно этого тепла вложить в дом, чтобы вот прям картину рисовать. Ой, да, мне вот, кстати, с людьми мне всегда везло, с клиентами. Окей, ну что? Вот смотрите, какое большое пространство, замечательное такое вот место, где по уровню доверия, наверное, да? На первом этаже как-то все более холодное, разбросано, нету там мастер-бедрум, там какие-то вот крючки для одежды. А здесь уже какой-то уровень доверия там сужается. И вот здесь вот уже такая больше family пространство. И пол теплее, да? Там везде пол деревянный, а здесь пол теплый. И, соответственно, вот ощущение такое же. Заходишь, здесь все как бы и пол теплее. И чувствуешь здесь себя более в более каком-то приватном, в более близком, теплом окружении, в какой-то в большей степени интимность какая-то здесь появляется. Вот здесь кого? Да ладно, хорошо, да и ладно. Окей, вот такой вот диванчик, да, и смотрите, картины в форме радужки глаза, да. Окей, здесь столик, кстати, вид хороший, вот здесь вот вид хороший, да. Если бы я жила в этом доме, я бы просыпалась здесь, смотрела бы вот в окно здесь, пила бы кофе здесь или в санруме, ждала бы, пока проснутся мои домашние, потому что я просыпалась бы раньше всех бы одевалась и подгоняла бы всех своим энтузиазмом. Вот. Карина, ну что ты смеешься? Это такая неправда. Так, вот. Где-то вот здесь я бы из какой-либо из этих комнат выходила бы. И, наверное, брала бы кофе на первом этаже, а здесь бы ждала бы своих домашних, да? Готовила бы на завтрак. Готовила бы завтрак на всю свою семью. Да, что это за шкафчик? Так, шкафчик с попкорном, да? Интересно. Окей. Так, что это? Это, ох, ты посмотри. Это должно быть так. Смотри, Карин. Это должно быть так. Вот она, моя комната. Боже мой, посмотри. Вот это есть мастер-бедрум. Видишь? Вот это пространство для комнаты, для того, чтобы проводить время
своей комнате. Боже мой, если бы я не был этот дом, я бы вообще в своей комнате никогда не выходила. Окей. Сколько запахов? Это просто разница. Так, это душевая кабина. Душевая кабина такая большая, классная. И что мне нравится? Окно в ванной. Обожаю, когда вот ванна и окно. Это прям... Но... А, нет, две. Все хорошо. Две раковины. Для него, видишь, даже написали, подписали, да? Табака там что-то. Да, и для нее. А для нее что-то какое-то маленькое ставить, вообще-то нечестно. Обычно у девушек больше. Еще сахар какой-то поставили. Что это? Какой-то порошочек. Это соль. Короче, для него дизайнер явно был мужчина. И для него поставили кучу всяких элементов мужской красоты, да, для бритья, а для нее только вот эту банку соли, да. Окей. Ну хорошо. И здесь для полотенец, да? Для полотенец. Посмотри, как они это сделали снова, да? Вот так вот. Вот так вот искупалась, и такая заходишься в спальню. Опа! Да? Да. И вот она, твоя спальня. Окей, смотри-ка, что здесь. Ага. Так, ну, а спальня гардеробная. Гардеробная что у нас? Ага. Смотрите, какое интересное решение. Вот, тоже для него и для нее. Для него и для нее. И сразу же сюда, куда? В ландри, в постирочную. В постирочную комнату. Кстати, постирочная комната... С окошком, мне нравится, и с раковиной. Так что dressing room сразу идет постирочная, чтобы хозяйка тоже не расслаблялась, да? Окей, а куда еще ведет постирочная? Ага, она ведет вот сюда, в общий зал. Какое интересное решение. И в другую комнату. Соответственно, в мастер-бедрум можно попасть и через постирочную, и через комнату. Смотри, это может быть детская комната. Покажи, Карина. Как вот сделали, да, комнату для мальчика, который увлекается космосом, да? Mm-hmm. Окошко во двор. Ну-ка, давай посмотрим. Опа. Ну, такой хороший, да? Я думаю, тебе бы в детстве очень нравились эти шторы с физическими формулами. Ну да, кстати, да. Это физика, правда? Mm-hmm. Ускорение, скорость. Окей. Так. Ну что? Идем дальше. Так, смотрим здесь что. Здесь вот еще одна ванная комната. Тоже на два человека, посмотри. Две раковины и совмещенный санузел с табом, да, с ванной и с унитазом. Тоже такие акцентные, такие всякие ручки. Всякие акцентные переключатели. Угу. Так, то есть мы посмотрели внизу. Одна комната. Посмотрели здесь. А вот четвертая комната, смотри. Вау, эта комната больше. Это комната для девочки, видишь? Думаешь? Я думаю, да. Она светлее, ну или, не знаю, или еще для кого-то мальчика. Потому что та комната была меньше, и не такая светлая, и меньше окно. Здесь окошко побольше. Ну, эта комната прям классная, такая светлая. Такая очень светлая, такая большая, да? Угу. Так, и из этой комнаты нет входа в прачечную. Есть шкаф. Видишь, такой довольно-таки большой шкаф. Угу. Так. Одинарная дверь. У нас такой мастер-бедрум. Большая. Вот, получается, между этими комнатами санузел. С другой комнаты еще есть постирочный вход. Не знаю, зачем. И зачем-то вход в мастер-бедрум с другой спальни. Не знаю, может, это для более младшего ребенка. Может быть, это для младшего ребенка, для старшего ребенка, который младший, может быть, чаще приходил бы к родителям через постирочную комнату. Ну, хотя и здесь тоже, не знаю, если это имеет какой-то смысл. Соответственно, ребята, как вам этот домик? Скажите мне, пожалуйста, мне интересно ваше мнение. Мне этот домик, в принципе, тебе понравился дом? Мне кажется, он неплохо. 456 тысяч, Карин. И все? Да, и ты можешь купить этот дом. В принципе, дом неплохой. В принципе,
Я знаю, что есть люди, которым этот дом подошел бы идеально. Вот просто идеально. Я вот могу себе даже представить, какой семье или каким людям он бы был. Давай заключение с ней на диване, потому что ты очень засвечиваешься, ты стоишь против окна. Да? Да. А если я здесь? Ты тоже будешь против окна. Хорошо, давай тут. Окей. Чтоб туфли видно было. Значит, дальше. А это красиво вообще? Красиво. Окей. Давай, снимаешь? Да. Как тебе, Карина, дом? Мне очень понравился. Мне понравилось, что пространство максимально оптимизировано, что он светлый, и здесь можно найти место, мне кажется, абсолютно для всех желающих. 456 тысяч, он твой. Угу. Да. Нет, ты знаешь, я могу представить, какой семье этот дом подошел бы идеально. Например, семье из двоих детей, и я прекрасно понимаю, как и где кто мог бы разместиться там. Гостевая комната. В принципе, многие... Блин. Я думаю, что для многих семей этот дом подошел бы идеально, учитывая расположение, учитывая, что здесь хорошие школы, учитывая, что не все здесь рядом, и что это развивающийся район. Здесь будут строиться и строятся новые дома, это новый нейборхуд. Стоимость этого дома будет расти в цене, и в целом, если вас заинтересовал этот дом, или вы хотите купить просто какой-то другой дом, и вам нужен риэлтор, я буду счастлива вам помочь. Меня зовут Татьяна Головченко, я работаю в Affinity Group Realty. Мой номер телефона 864-580-864-4. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Поставьте мне, пожалуйста, лайк, если вам понравилось видео, или дизлайк, если не понравилось. Увидимся в следующих видео. Пока. Пока-пока. Наверху, вот по тепленькому ковролинчику, мы сейчас поднимемся сюда и посмотрим, что скрывается в нашем втором этаже. Угу. Так, вот Dear Horton делает вот такие вот лестницы с железными прутьями. Мне нравится. Скажу честно, мне нравится. А еще мне очень нравится эта картина, Карин. У меня есть одна клиентка. Она картины такие делает сама, представляешь? Сама? Да, она говорит, что она... Да, вот она покупает в Хобби-Лобби вот эту вот всю, все вот эти вот рамки, отдельно краску. И для того, чтобы точно попасть в цвет, она покупает вот такого цвета, допустим, как какой-то акцентный мебель, еще что-то, и гармонизирует это все в доме. Я восхищаюсь такими женщинами, которые могут настолько много именно этого тепла вложить в дом, чтобы вот прям картину рисовать. Ой, да, мне вот, кстати, с людьми всегда... С людьми мне всегда везло, с клиентами. Окей, ну что? Вот смотрите, какое большое пространство, замечательное такое вот место, где по уровню доверия, наверное, да? На первом этаже как-то все более холодное, разбросано, нету там мастер-бедрум, там какие-то вот крючки для одежды. А здесь уже какой-то уровень доверия там сужается. И вот здесь вот уже такая больше family пространство. И пол теплее, да? Там везде пол деревянный, а здесь пол теплый. И, соответственно, вот ощущение такое же. Заходишь, здесь все как бы и пол теплее, и чувствуешь здесь себя более в более каком-то приватном, в более близком, теплом окружении, в какой-то в большей степени интимность какая-то здесь появляется. Вот здесь. Кого? Да ладно. Хорошо. Да и ладно. Окей. Вот такой вот диванчик, да? И смотрите, картины в форме радужки глаза, да? Окей. Здесь столик. Кстати, вид хороший. Вот здесь вот вид хороший, да? Так. А можешь мне оттуда заснять? Вот прямо оттуда. Прям, чтобы видно были мои каблуки было. Так вот. Если бы я жила в этом доме... Подожди, доверни немножко, что ты коленями на меня, и мне короче кажется. Вот сюда? Да. Если бы я жила в этом доме, я бы просыпалась здесь, смотрела бы вот в окно здесь, пила бы кофе здесь или в санруме, ждала бы, пока проснутся мои домашние, потому что я просыпалась бы раньше всех бы одевалась и подгоняла бы всех своим энтузиазмом. Вот. Господи, Карина, что ты смеешься?
неправда. Так, вот где-то вот здесь я бы из какой-либо из этих комнат выходила бы. И, наверное, брала бы кофе на первом этаже, а здесь бы ждала бы своих домашних, да? Готовила бы завтрак на всю свою семью. Да, что это за шкафчик? Так, шкафчик с попкорном, да? Интересно. Окей. Так, что это? Это, ох, ты посмотри. Это должно быть так. Смотри, Карин. Это должно быть так. Это должно быть так. Вот она, моя комната. Боже мой, посмотри. Вот это и есть мастер-бедрум. Видишь? Вот это пространство для комнаты, для того, чтобы проводить время в своей комнате. Боже мой, если бы я не был этот дом, я бы вообще в своей комнате никогда не выходила. Окей. Сколько запахов? Это просто разница. Так, это душевая кабина. Душевая кабина такая большая, классная. И что мне нравится? Окно в ванной. Обожаю, когда вот ванна и окно. Это прям... Но... А, нет, две. Все хорошо. Две раковины. Для него, видишь, даже написали, подписали, да? Табака там что-то. Да, и для нее. А для нее что-то какое-то маленькое ставили, вообще-то нечестно. Обычно у девушек больше. Еще сахар какой-то поставили. Что это? Сахар, это может быть какой-то порошочек. Это соль. Короче, для него дизайнер явно был мужчина. И для него поставили кучу всяких элементов мужской красоты, да, для бритья, а для нее только вот эту банку соли, да? Окей. Ну, хорошо. И здесь для полотенец, да? Для полотенец. Посмотри, как они это сделали снова, да? Вот так вот. Вот так вот искупалась. И такая заходишь в свою спальню. Опа! Да? Да. И вот она, твоя спальня. Окей. Смотри-ка. Что здесь? Ага. Так, ну, а спальня, гардеробная. Гардеробная что у нас? Ага. Смотрите, какое интересное решение. Вот, тоже для него и для нее. Для него и для нее. И сразу же сюда, куда? В ландри, в постирочную. В постирочную комнату. Кстати, постирочная комната с окошком. Мне нравится. И с раковиной. Так что dressing room сразу идет в постирочную, чтобы хозяйка тоже не расслаблялась, да? Окей. А куда еще идет постирочная? Ага, она ведет вот сюда, в общий зал. Какое интересное решение. И в другую комнату. Соответственно, в мастер-бедрум можно попасть и через постирочную, и через комнату. Смотри, это может быть детская комната. Покажи, Карина. Как вот сделали, да? Комнату для мальчика, который увлекается космосом, да? Mm-hmm. Окошко во двор. Ну-ка, давай посмотрим. Опа. Ну, такой хороший, да? Я думаю, тебе в детстве очень нравились эти шторы с физическими формулами. Ну да, кстати, да. Это физика, правда? Ускорение, скорость. Окей. Так. Ну что? Идем дальше. Так, смотрим. Здесь что? Здесь вот еще одна ванная комната. Тоже на два человека, посмотри. Две раковины и совмещенный санузел с табом, да, с ванной и с унитазом. Тоже такие акцентные, такие всякие ручки, всякие акцентные переключатели. Угу. Так, то есть мы посмотрели внизу одна комната, посмотрели здесь, а вот четвертая комната, смотри. Вау, эта комната больше. Это комната для девочки, видишь? Думаешь? Я думаю, да. Она светлее, ну или, не знаю, или еще для кого-то мальчика, потому что та комната была меньше, и не такая светлая, и меньше окно. Здесь окошко побольше. Ну, эта комната прям классная, такая светлая. Такая очень светлая, такая большая, да? Угу. Так, и из этой комнаты нет входа в прачечную. Есть шкаф. Видишь, такой довольно-таки большой шкаф. Угу. Так. Одинарная дверь. У нас такой мастер-бедрум. Большая. Вот, получается, между этими комнатами санузел. С другой комнаты еще есть постирочный вход. Не знаю, зачем.
И зачем-то вход в мастер-бедрум с другой спальни. Не знаю, может, это для более младшего ребенка. Может быть, это для младшего ребенка, для старшего ребенка, который младший, может быть, чаще приходил бы к родителям через постирочную комнату. Ну, хотя и здесь тоже, не знаю, если это имеет какой-то смысл. Соответственно, ребята, как вам этот домик? Скажите мне, пожалуйста, мне интересно ваше мнение. Мне этот домик, ну, в принципе, тебе понравился дом? Ну, да, достаточно много пространства, он светлый, ну, не знаю, мне кажется, он неплохо. 456 тысяч, Карин. И все? Да, и ты можешь купить этот дом. В принципе, дом неплохой, в принципе... Я знаю, что есть люди, которым этот дом подошел бы идеально. Если вас заинтересовал этот дом, или вы хотите купить просто какой-то другой дом, и вам нужен риэлтор, я буду счастлива вам помочь. Меня зовут Татьяна Головченко. Я работаю в Affinity Group Realty. Мой номер телефона 864-584-4. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Поставьте мне, пожалуйста, лайк, если вам понравилось видео, или дизлайк, если не понравилось. Увидимся в следующих видео. Пока!